Открытие новой выставки в музейно-выставочном комплексе «Артишок» – всегда значимое событие в культурной жизни Химок. Сейчас в комплексе можно познакомиться с работами химкинских сестер-художниц Татьяны и Марии Тимофеевых. Торжественный старт экспозиции состоялся накануне в «Артишоке». Художников и гостей мероприятия поздравил муниципальный депутат Николай Томашов. Я знаю, что для вас это событие, потому что вы этим живете, это ваше все. Поэтому я вас хотел поздравить с открытием. Хотел бы как можно больше людей, чтобы сюда приходили, чтобы больше людей запоминало ваши фамилии, и потом искало и за вашими выставками следовало. Поэтому вам здоровья, реализации и всего хорошего. К теплым словам присоединился заслуженный художник Российской Федерации Виктор Каленов. Татьяна и Мария Тимофеевы в ответном слове поблагодарили за предоставленную возможность. Исключительное качество освещения, прекрасный зал, и это для нас огромная просто честь быть здесь представленным. На выставке представлены не только работы Татьяны и Марии Тимофеевых, но и других мастеров. Например, Сергея Скачкова и Натальи Соколовской. В картинах Натальи часто можно встретить наших мурлыкающих друзей – кошек. По словам художницы, это добавляет полотнам особое тепло и уют. Я родилась и выросла в Москве. И тема моих работ в основном – любовь к родному городу. Родилась я в районе Таганки, старый район Москвы, где причудливо сочетаются старинные особнячки, купеческие, дворянские усадьбы и улица Гончарная, на которой я училась в школе. И выставку я назвала своей «Мелодией души». Художник Сергей Скачков рассказал, где черпал вдохновение для своих работ. Много новых работ. Можно сказать, почти все новые работы связаны с моими поездками по ближайшему Подмосковью и другим областям нашей России. Где я делал зарисовки? Это места русского севера и, ну, и также, как я сказал, Подмосковья. Выставка проходит в рамках деятельности Московской областной общественной организации «Союз художников». Представленные в «Артишоке» работы завораживающие и светлые. Смотреть на них можно часами, наполняясь самыми приятными эмоциями. Елена Тараненко, Вильфрид Демковский, новости Химки ТВ.